понимаю, что музей — это вообще, ну, ваша, да, сфера деятельности, все. Конечно, музеи. Конечно, да. Ну вот не могу не спросить про Ельцин музей здесь. Вы знаете, я, к сожалению, несмотря на то, что неоднократно меня приглашали туда, до сих пор не доехал, поэтому, конечно, ну, знаю только внешнюю сторону, так сказать, этого конфликта с Никитой Сергеевичем, но не могу высказать своего мнения, просто не был там. А и не принимали участие, когда этот проект, то есть это без вас как-то все прошло? Вы Никиту Сергеевича Михалкова упомянули, я помню, вы комментировали его уход из фонда Попечительского совета фонда кино. Да. И ваш комментарий, ну не полностью, а вот тот фрагмент, который я запомнил, что на самом деле он был не прав по сути, потому что пресс-секретарь премьер-министра, госпожа Тимакова, не имеет никакого отношения к фонду кино, сказали вы тогда. Нет, нет, она входит в состав попечительского совета, но она не пытается влиять на принятие решений, и ну, я не видел этого конфликта интересов. Я не понял, почему Никита Сергеевич... Ну, он, по-моему, употребил там термин... латентный либерал. Русофобия. Латентный русофоб. Кстати, эти два слова становятся очень часто синонимами в дискуссиях, что совершенно, мне кажется, несправедливо, потому что я считаю, что даже Никита Сергеевич Михалков, он на самом деле либерал.